Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф. И сегодня, ребят, мы запишем ролик по Bitfarm симулятору с моими подписчиками. Ребята, это будут братья. Вот смотрите, какие у них хорошие ники. Тут веселая история была вместе с ними, ребят. Перед началом ролика я их собирал на свою випку и попросил их, чтобы они написали свои ники. Сначала добавил старшего, я так понял, брата. Он, ребята, написал свой ник, хорошо, я его добавил. Дальше начинаю добавлять второго брата. Я ему пишу: слушай, напиши ник брата. Он кидает вот этот ник. А я что-то не заметил разницы. Говорю: ты мне свой ник не кидай, кинь ник своего брата, что ты делаешь? Ну, аж потом я заметил разницу в никах. Ладненько. Сейчас мы будем, ребята, в этом ролике фармить 50 росточков. И, друзья, я покажу, сколько ресурсов можно достать из этих 50 росточков, друзья. Сейчас вы увидите статистику, сколько семечек было у геймер Госсеса и сколько было у геймер Госсера. Вот такие вот у них ники, только разница в одной букве. Прикольно иметь такого брата, который вместе с тобой играет в игрули. Дальше, ребят, я пишу чатик плюсик. И сейчас, ребята, да-да, давайте я вам покажу, сколько у меня в начале есть семечек. Вот, вот у меня 5600 семечек. И сейчас, ребята, эти семечки значительно увеличатся, потому что, ребят, 50 росточков на санфлавере — это очень много будет. И, ребятушки, я не буду показывать все росточки, я просто покажу некоторые важные моменты. Там, например, какой-то легендарный, либо мифический, либо какой-то гамми росточек или что-то типа этого. Потом в конце мы подведем итог, сколько, ребята, мы получили ресурсов. И даже еще можно показать, в принципе, сколько ойлов я нафармлю, потому что на этом поле очень часто выпадают ойлы. Ну, в принципе, что? Поехали! Ну, если поехали, то поехали. Пишем, ребята, своим подписчикам плюсик в чат. И сейчас кто-то из них, я не знаю, кто будет, ребята, просто выпускать эти росточки. И мы будем их фармить. А знаете, что я еще сделаю, друзья? Давайте я еще пойду и включу бустер наверху, на вершине горы, друзья. Использую. Он сейчас должен мне дать на Sunflower. Вот должен, вот прям обязан. Нет, вот не выпало, дала только на Pineapple. Ладненько, тогда мы, знаете, что будем делать? Мы, ребят, вот так вот делаем. Раз, берем один глиттер и выпускаем этот глиттер на этом поле. И сейчас фарм на этом поле, друзья, у меня увеличивается в 2 раза. Окей, поехали. Ну, сейчас будем ждать самых интересных моментов. А пока что я буду собирать ресурс вместе с подписчиками. А вот наш, ребята, самый первый редкий росточек. И сразу же за ним пошел второй. Так, я поднял один ойл, это очень хорошо, прям сразу со старта. Опа, ребята, эпический, первый эпический росточек. Смотрите, сколько тут ресурсов, ребят, на поле сейчас не собранных. И выпал эпический росток. Он сейчас, ребята, у меня зависло. Опа, чао, у меня зависло. Ладненько, тут сейчас будет трудновато, друзья. Я бы кинул облачко, но у меня облачек нету, к сожалению. Так. Цветочек взорвался и сразу же пошел спаун следующего росточка. А ну-ка. Если честно, вообще ничего ценного не вижу из этого росточка, друзья. Вообще ничего, даже никакого ни яйца, ни что-то там, даже не знаю, вообще ничего не выпало. Так, ребята, еще один ойл поймали, хорошо. Опа, ча, гамми росточек, первый гамми росточек, друзья. Оп, круто, прикольненько. Ну, пока что только один эпический, пару редких гамми росточек и все. Никаких ни легендарочек, ничего не выпало. Так, ребята хотели клей накопить, вот им и клей попался. Также ребята копят семечки для того, чтобы сделать basic berry, друзья. Вот они копили вместе росточки и сейчас, опа, лунные пошли. Так, ну, я не знаю, будем ждать мы, ребята, дня или не будем. Сейчас я спрошу подписчиков. Ну, я вижу, что он кидает до сих пор. Ладненько, ждем. Не ждем, а фармимся дальше. Сейчас очень большой шанс, что выпадет, друзья, мифический росток. Вот этот вот Supreme. Так, еще один эпический, это уже второй. Сейчас надо будет наблюдать хорошенечко, потому что, друзья... А, так, а чё, я не выклал свои сплинкеры, что ли? Как это так случилось? Так, тут вижу 2 муншарма, надо забрать. Опа, красный экстракт. В первый раз вижу. Точнее, ну, сегодня за ролик вижу впервые красный экстракт. Точнее, заметил. Возможно, там были красные экстракты, но я не видел их. Thank you.
Так, наконец-то день, ребята. За эту ночь ушло просто кучу росточков в лунные росточки, а из лунных росточков, ребята, вообще никакие ресурсы не выпадали, только падали, друзья, знаете что? Только вот эти муншармы и, друзья, падали еще... Так, надо вот эту использовать. И падали еще кучу токенов меда. Ну, это нам не нужно, друзья, нам нужны ресурсы. Они могли, в принципе, подождать были, но, наверное, просто волновались, думали, чтобы я не ушел, что ли, или как, я не знаю. Возможно, им нужны были тоже луншармы, лунные шармы вот эти. Ну, не знаю, короче, какая причина, почему они не подождали. Я бы вместе с ними подождал. Ну и вот, ребятушки, все, росточки закончились, к сожалению, ни одного, ни мифического, ни легендарного не выпало, блин, очень обидно. Ну, короче, ребят, сейчас мы посмотрим, сколько же мне получилось достать семечек. Если честно, немного, просто потому что я без скорости играл, надо было забуститься, чтобы получить больше скорости и собирать больше ресурсов. Сейчас вы видите, у меня сейчас 6300, почти 400 санфлаверов, а было 5800. Или не 800, я не помню, ребят, сколько было. Но сейчас, друзья, можно сказать, что минимум 500 санфлаверов я собрал. Плюс ойлы. Было вроде бы ровно 170 или 180. Сейчас, друзья, 186. То есть 6 или 16 штук, это точно я достал. Ладненько, что могу сказать. Сейчас вы увидите, ребята, сколько набрали подписчики. Вот младший брат и старший брат. Ну, я не знаю, кто из них старший, кто младший. Но судя по улью, мне кажется, что это старший брат. И, ребята, вот столько собрал Gamer Gosses. Вы это увидите, если он сейчас мне скинет скрин. И вот столько собрал, друзья, Gamer Gosses. Вот этот тоже подписчик, который вроде бы был младший брат вот этого старшего брата. Короче, друзья, прикольненько получилось. Также, ребят, мне очень много насобиралось вот этих вот лунных шармов. Где они? Сейчас я их найду. Вот где-то... Так, я чуть не понял, где мои. Вот, 1600. Серьезно, а почему так мало у меня? Куда я дел их? Я куда-то потратил их, но не знаю куда. Также отдельно я хочу еще раз поблагодарить подписчиков за неплохой бустик аккаунтов и своих, и моего также, и за то, что взяли участие в ролике на моем канале. Не пошли к какому-то другому ютуберу, не предложили какому-то другому ютуберу, и ребята не слили эти все росточки к какому-то другому ютуберу. Еще разочек. В общем, ребята, я очень благодарен, что вы со мной связались. Если вам ролик понравился, друзья, то можете поставить лайкосик, поделиться с друзьями. Ну а с вами был Гуф-Гуф, братья Gamer Gosses и Gamer Gosser. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.